активнее, Моника, не отставай. Вот так. Нам осталось совсем немного. У нас все получится. Я держусь, Лили. Класс! Это было здорово! Мы победили! Ого! Смотри, какой-то бонус. Интересно. Наверное, это наш приз. Давай проверим. Приветствую вас на новом челлендже! А как мы сюда попали? Да, это уже не важно. Погнали! Итак, посмотрим, что у нас в программе. Как же страшно. Я не знаю, куда нажимать. Была не была. Я выбираю эту кнопку. Что такое? Тут шип. Мамочки, какой он острый. Ого! Моника уже нажала на кнопку. Ничего себе! Помогите, я в ловушке! Выпустите меня отсюда! Ой, как больно! Похоже, ей совсем не понравилось. Думаю, мне стоит быть осторожной со своим выбором. Как бы не ошибиться. Ух, пожелаю себе удачи. Ну, вперед. Ой, что это? Похоже на розовый мех. Все понятно, скукота. Ух ты, какое все красивое и мягкое. Выглядит мило. Как же приятно трогать эти стены, класс. Как сладко, совсем не интересно за этим наблюдать. Я падаю, помогите. Ой, как больно. Что за грохот? Не понимаю, что у вас там творится? Привет, Лили. Спасибо, что поймала. У тебя тут так мило. Моника, да как ты там оказалась? Ничего не понятно, но очень интересно. Ну вот, все опять на своих местах, так-то лучше. Кто начнет на этот раз? Я еще не решила, что выбрать. Ладно, пусть будет эта кнопка. Моника, ты опять первая? Вот это да! Ну что там, говорите скорее! Такое важное дело не терпит спешки. Сейчас я все наколдую. Посмотрим, что у нас тут. Ого, черный банан. Невероятно. Ой, моя голова. Что это такое? Черный банан? Никогда ничего подобного не видела. Мамочки, как их много. Можно было кидать намного аккуратнее. Ладно, эти бананы такие вкусные, как и обычные. Думаю, мне стоит их попробовать. Выглядит неплохо. Да, вкуснятина. На этот раз я сделала правильный выбор. Всегда бы так. А это еще что такое? Кожура? Как неаккуратно, Моника. Извините, но мне больше некуда ее деть. Аккуратнее. Ты чуть не попала прямо мне в лицо. Так, забери свои объедки сейчас же. Хватит мусорить. Я не буду все это убирать. Не думал, что ты такая неряха. Пойду лучше к Лиле. Спасибо за доверие, но я еще не определилась. Думаю, стоит нажать наугад и не ломать себе голову. Что ж, это было верным решением. Тебе крупно повезло, Лили. Поздравляю. Ты получаешь огромную банку розовой нутеллы. Я сам не откажусь ее попробовать. Уверен, это очень вкусно. О да, супер, просто великолепно. А теперь пора отдать это законной владелице. Приготовься к вкусному обеду, Лили. Он ждет тебя с минуты на минуту. Что это такое? Ой, почему так липко? Запах приятный и вкус мне нравится. Неужели это нутелла? Как же повезло! Приятного аппетита! Как ощущение? Нравится? О да, просто пальчики оближешь. Спасибо большое. Ого, как много нутеллы на полу. Я готова все это съесть. Фу, она же грязная. Девочки, у вас совершенно отсутствуют хорошие манеры. Моника, я чуть не упала из-за тебя. Кожура от твоих бананов повсюду. Едем дальше. Кто окажется самый смелый на этот раз? Я готова попробовать, хотя мне по-прежнему страшно. Лили, пора принимать решение. Соберись, время идет. Я нажала. Что там? Скоро узнаешь. Дай мне пару секунд, чтобы все подготовить. Итак, ты выбрала вкусную газировку. Поздравляю. Я бы сам от такой не отказался, но, увы, вынужден отдать все до последней капли. Класс! Мне нравится. Какой приятный вкус. Но, думаю, уже достаточно. Я не могу это остановить. Хватит! Тут уже слишком мокро. Ситуация вышла из-под контроля. Я вся мокрая, останови это.
Ну вот, кажется, теперь все. Ну, наконец-то! Я думала, что не выдержу. Пора приходить в себя. Что ж, не буду тебе мешать. Ой, моя голова! Почему с Лили всегда что-то не так? Впрочем, это не мое дело, меня ждет Моника. Я почти выбрала кнопку, дайте мне еще немного подумать. Ага, есть, нажала, я жду. Молодец, Моника. На этот раз ты быстро сделала выбор. Посмотрим, что тебе достанется. Огромный бургер! Это отличный вариант. Думаю, крышка больше не понадобится. Честно говоря, я еле держусь, чтобы не съесть его. Но у этого бургера все-таки есть один минус. Он холодный. Придумал. Я подогрею его с помощью газовой горелки. Вот так. Это совсем не сложно. Просто придется немного подождать. Так, главное не торопиться. Я уже чувствую аромат поджаренной теплой булочки. Осталось совсем немного. Ага. О, нет! Бургер сгорел дотла! Я сделаю вид, что так и было. Вы ведь меня не выдадите, да? Угощайся, Моника, это тебе! Свежайшая зола! Фу, что это такое? Я не могу дышать! Хватит, остановитесь! Ну, как скажешь, тут все равно больше ничего нет. Фу, я как будто валялась в угле. Мне срочно нужно в душ, чтобы все это смыть. А я тут совершенно ни при чем. Как поживают мои птички в клетке? Вообще-то не очень. Выбирать так мучительно. Но тем не менее ты справилась, Лили, хвалю. Я уже тут. Приготовься получить то, что заслужила. Не бойся, тебе понравится. Это так аппетитно. Ой, как тяжело. Я чуть спину не надорвал. Так, нужно сегодня же сходить на массаж. Посмотрите, какая огромная порция лапши. Мамочки, началось. Что же сейчас будет? Ого, да это лапша. Круто, а я зря боялась. Какой прекрасный вкус. Наконец-то я смогу подкрепиться. Хорошо, что тут ее так много. Я очень голодна. Этот челлендж вымотал меня. Нужно восстановить силы. Я рад, что все так замечательно сложилось. Ой, совсем забыл отдать тебе палочки. А, вижу, они тебе не нужны. Боже, какое пузо! Ужас! Как же вкусно! Я наелась от души. Теперь можно и отдохнуть. Ой, еще осталась лапша. Как бы мне до нее дотянуться? Супер! Не откажусь от добавки. За этим невозможно наблюдать. Ужасно. Пойду-ка лучше к Монике. Не стоит торопиться, я все еще думаю. Сделать выбор непросто. Пожалуй, остановлюсь вот на этой кнопке. Я готова ко всему. Приятно это слышать. Очень смело с твоей стороны. Что ж, тогда ты получишь мой глаз. Страшно! По-моему, я настоящий злой гений. Поверили? Да я шучу. Это глаз из мармелада. Кажется, внутри есть начинка. Стоит проверить. Ого, точно. Тут джем. Как он аппетитно тянется. Я должен его попробовать. Супер. Монике очень понравится. Тогда начнем с начинки. Главное не уронить глаз. Кажется, что-то льется. Интересно, что это? Похоже на сладкий джем. Класс, не останавливайтесь. Хочу еще. Это так приятно. Как же я рада, что сделала правильный выбор. Поздравляю, Моника. Упс, я все-таки не смог его удержать. Извини, ты как там? Я ничего не вижу. Снимите это с меня. Что это такое? Думаю, стоит взглянуть поближе. На ощупь приятно. Попробую на вкус. Вау, да это же мармелад! Нужно искупать его в джеме. Отличное сочетание. Все-таки мне крупно повезло. Ух, кажется, она не пострадала. Это хорошо, иначе бы я себя не простил. Но как же она перепачкалась? Это выглядит просто отвратительно. Не хочу на это смотреть. Мармеладный глаз такой огромный. Этого мне надолго хватит. Супер. Запомни, каждый день ты делаешь выбор сам, и именно от него зависит твое будущее. Поэтому желаем никогда не ошибаться и всегда идти в правильном направлении. Удачи! Увидимся совсем скоро!